Национальное телевидение Чувашии и агентство системного интернет-маркетинга АПЛЭП представляют. Интернет-партнер проекта – телеком-оператор Дом.ру. Всем привет! Часто ли вы пользуетесь интернетом? Знаете ли вы, как он может вам помочь? Как создать бизнес и начать зарабатывать, не выходя из дома? Что и как писать в социальных сетях, чтобы стать популярным блогером? Зачем нужны сайты? Что такое SEO, SMM, CPM, CPA, ARPU и другие неизвестные вам сокращения? Национальное телевидение Чувашии совместно с агентством системного интернет-маркетинга АПЛЭП при поддержке телеком-оператора Дом.ру начинает новый образовательный проект «Вебинар ТВ», где вы узнаете ответы на все эти вопросы. Весь курс направлен на то, чтобы дать знания как маркетологам, владельцам бизнеса или там пиар-специалистам работать с интернет-средой. Вот. По сути, если кратко, то так. То есть, потому что у людей есть понимание, например, своих бизнес-задач, да? Хотя не у всех оно есть, но у многих, я думаю, оно сформировано. А вот как эти задачи трансформировать уже в конкретные инструменты и каналы в интернете, этого нету. Вот. И мы как раз эту проблему пытаемся решить вместе. И обязательно люди должны сделать что-то практическое за это время. То есть не просто впитать, да, какие-то знания в себя, а еще реализовать. Четыре компании нашего города на протяжении 2 месяцев будут в режиме онлайн создавать и совершенствовать свои сайты. Будут добиваться их высокой посещаемости и удобства для пользователей. А вы, зрители, будете вместе с ними разбираться в тонкостях интернет-терминологии, узнавать секреты собственного продвижения во всемирной паутине и узнаете, какие возможности интернет может дать лично вам. Никого сейчас не удивлю, если скажу, что, например, с помощью диджитала можно купить что-нибудь ненужное и продать что-нибудь ненужное. Существует множество ресурсов, которые являются своеобразным рынком в сети, от брендовых интернет-магазинов до барахолок и онлайн-рынков, где встречаются те, кто продает, и те, кто ищет что-то с рук. Здесь, как и везде, диджитал расширяет наши возможности. Мы можем покупать то, что не продается в нашем городе, и можем экономить время на поиск бэушных вариантов. Маркетологи давно спорят, нужен ли сайт для успешного развития компании или нет. Сначала все говорили, что он просто необходим. Потом провели исследование и сказали, что это бесполезная трата денег и времени. И большинство людей просто сидят в соцсетях, поэтому продвигать свой бизнес нужно именно там. Но в последние годы тенденции показывают, что сайты все-таки нужны и что интернет может расширить возможности вашего бизнеса. Так это или нет? Вот что говорят наши эксперты. Сайт нужен, ну, как минимум, если взять 2 важных задачи. Первая – это коммуникация со своей аудиторией, да, то есть, которая у всех компаний есть. А вторая – это продажи, само собой. То есть сайт позволяет, если он хорошо настроен, вот, если он работает в системе интернет-маркетинга, то он позволяет продавать, причем продавать без привязки к конкретному региону. Да. Вот, то есть можно, находясь в Чебоксарах, продавать там, и в Рязани, и в Кострому, и куда угодно. Сайт сейчас – это эффективный бизнес-инструмент, потому что это эффективный канал продвижения своего бренда, своего продукта. Я вообще сейчас не представляю, в принципе, выход какого-то продукта на рынок без сайта. Сейчас без интернета невозможно построить успешный бизнес. Вне зависимости от сферы деятельности, любой компании необходим качественный, хороший интернет. Например, начиная с продвижения компании. Это могут быть социальные сети, это могут быть блоги, это может быть любая реклама в интернете, которая позволяет повысить эффективность бизнеса любой компании. Недавно наша компания проводила исследование у наших клиентов, которым мы предоставляем Wi-Fi. Кто эти люди? Кто эти клиенты? Это кафе, рестораны, гостиницы, различные бизнес-центры, медицинские центры, у которых установлен наш Wi-Fi. И что мы заметили? Что клиентский поток увеличивается на 15% и средний чек увеличивается на 10%. То есть это наглядная вещь, которая позволяет реально оценить эффективность Wi-Fi-зоны в организациях и в компаниях. Итак, все участники в сборе. Пора начинать первое занятие. Собственно, первое именно занятие у нас про стратегическое управление, стратегический менеджмент, под которым я понимаю не просто там, как стоит задача, а немного шире, да, ну вот в моем понимании. То есть
Для начала нужно немного по терминам свериться, то есть кто что знает, чтобы дальше мы будем использовать. Поэтому давайте сейчас как поступим. Я показываю термин, вы говорите, ну, точнее, поднимайте руки, кто знает, кто нет, не стесняясь. То есть смарт-цели. Smart в переводе с английского «умный», но в нашем случае это еще и английская аббревиатура. Интересно, что смарт-цели пригодятся вам и в обычной жизни. С ними проще решать намеченные задачи и добиваться успеха. Вот, например, «хочу выучить английский язык». Это не смарт-цель, ведь непонятно, когда хочу, зачем хочу и как я это буду делать. А пока не определены термины, цель останется просто желанием. Как это будет звучать по смарту? Нужно, чтобы цель была конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной по времени. Например, я выучу не менее 300 английских слов до 30 ноября 2015 года. Конкретно? Вполне. Измеримо? Более чем. Достижимо? Думаю, да, если учить по 10 слов в день, то как раз успею к 30 ноября. Значима ли она для меня? Да. И главное, есть конкретные сроки. Посмотрим, справились ли с постановкой целей наши участники. Давайте теперь проверим, кто как усвоил материал по смарт-целям. И каждый просто за 15 секунд прям назовет без воды, без всего, четко цель поставленную, ну, пример цели. Увеличить количество рабочих заявок, поступающих на квартиры, поступающих с сайта до 30 в месяц, до 31 декабря. Отлично. Хорошо. Только там надо будет пояснить, что такое рабочие, потому что это тоже важно. Дальше, Анна. У меня, значит, увеличить количество обращений с 1-2 в месяц по сайту до 10 человек. Угу. Окей. В какой период? За один месяц, за один календарный месяц. А когда проверять цель будем? Через 28 дней. Через 28 дней. Быстро. Не подходит. Не подходит, да? Да. Давайте изменим до конца декабря. Ну, что 31 декабря проверяем, за декабрь получаем столько заявок. Хорошо, до конца декабря 2015 года. Да. Ну, дальше. Наша цель – увеличить конвертацию на сайте посредством интернет-магазина на 20% до 31 декабря 2015 года. Угу. Конверсию в заказ. Да, конверсию из посетителей в заказы, да. Или увеличить количество покупателей, пришедших именно с поисковых систем. На сколько? Ну, например, на 20%. Для региона это реально. Даже до конца года. Уменьшить в 2 раза, то есть было 10 часов в неделю, станет 5 часов в неделю. Еженедельные трудозатраты сотрудника, ответственного на информирование о нашей деятельности за счет открытия нового сайта с большими возможностями на Битриксе до 15 декабря. Отлично, реалистично. У вас общая цель, да? Да. Ну, скорее, да. Хорошо. Для меня же. Кто кого продавил. Так, отлично. Тогда мы дальше продолжим. Для того, чтобы разобраться в интернет-маркетинге и управлении проектами, стоит вспомнить и о классической теории менеджмента и маркетинга. Именно они помогут нам во всем разобраться. Начнем с понятия «стратегическое планирование», так любимое всеми руководителями. Из чего оно состоит и можем ли мы существовать без стратегии? Следующий термин – это стратегия как таковая. Я думаю, все этот термин слышали. Здесь это из Википедии я взял, да, что есть способ действий и какой-то недетализированный план, а также модель поведения. Ну, вообще, стратегии там, на самом деле, еще можно 500 терминов привести. Вот. Ну, для нас, если брать именно применительно к проекту, к проектной деятельности, это, по сути, путь достижения цели, да. То есть одного и того же можно достичь разными путями. И следующий термин – KPI. KPI – ключевые показатели эффективности, от английского Key Performance Indicators. Показатели работы по продвижению. Использование ключевых показателей эффективности дает возможность оценить состояние проекта и помочь в оценке реализации стратегии. SSP или сбалансированная система показателей – концепция реализации стратегии, которая заключается в том, что есть какое-то гармоничное видение, да, там, состоящее из нескольких частей. Да, это финансы, это клиенты и проекты, команда ее развития и внутренние бизнес-процессы. Да, то есть вот 4 части, выглядят это примерно вот так. То есть где в середине находится какое-то видение, стратегия нашего бизнеса, да, или проекта.
И есть четыре составляющие, которые как там между собой взаимосвязаны, так и, естественно, они все пляшут от видения и стратегии. Очень интересная история. Треугольник ограничений. Поднимаем руки, не стесняемся. Ну, смысл какой? Что площадь треугольника всегда равна. Да? То есть как бы ресурсы, есть деньги, есть время. Вот, то есть если у нас, например, денег, ресурсов меньше, то у нас время увеличивается, да? То есть на достижение там, цели. Если у нас там, ну, то есть, не знаю, например, как бы много ресурсов, то можно уменьшить время. Потому что очень часто цели определены, вроде как формально их раздали, дальше кто-то что-то делает непонятно, все, привет, результат не получен, а результат не получен, потому что не уделили внимания самому процессу. Вот. И обязательным условием должно быть формирование задачи самой, то есть задачи или проблемы. Да, то есть как бы мы не ищем решения без проблемы. Давайте вот на примере рассмотрим. Какую-нибудь проблему назовите. Неработающий сайт. Что значит неработающий? Непродающий сайт. Окей. Это факт. Ну, то есть, как бы, по сути, это не является проблемой. Чтобы это стало проблемой, нам нужны заинтересованные стороны, да? Для кого это является проблемой? Генеральный директор? Все сотрудники? Для логиста это является проблемой? Мне кажется, нет. Для бухгалтера является проблемой? Вообще ни в коем случае. Сайт не работает, и ладно. Для кого еще, кроме генерального директора, это является проблемой? Вы замотивированы на продаже сайта? Является для вас это проблемой? Менеджер по продажам, который занимается именно вот сайтом, интернет-маркетологом, для него это проблема. Интернет-маркетолог, назову его так. Ага. Для кладовщика это является проблемой? Для уборщицы не является. Для уборщицы тоже, наверное, нет. Для руководителя отдела маркетинга является проблемой? Ну, то есть есть отдельные KPI? В задачах отдела маркетинга, соответственно. Кто-то по сбыту отвечает, наверное, для него тоже это проблема. Коммерческий директор. Окей. Маркетинг. И коммерческий директор, он замотивирован, да, на общий? Ага, окей. Коммерческий директор. Ну, по сути, как бы здесь лиц-то много, для которых это является проблемой. Вот, вроде даже для самого главного. А для него это правда является проблемой? Или для него... Ну, для него является проблемой, у него может быть одна большая проблема, а эта одна большая проблема состоит из много вот таких малых. Из много таких малых. То есть вам нужно обратить внимание, да, для него на эту проблему. Он с копейки, да, состоит? Да. Копеечка, которая... Ясно. Не достает миллиона. Окей. Хорошо. Ну, это может быть, кстати, проблема для сисадмина, если он знает, что... Я так понимаю, что там нет такого человека, заинтересованного в продажах. Там есть интернет-маркетолог. Для него это не проблема. Ну, то есть, по сути, как бы, чтобы решить эту проблему, очевидно, нужно предложить решение, да, чтобы руководитель отдела маркетинга предложил решение, пришел сюда, обозначил проблему, сформировал, как она будет решена, какой бюджет на это потребуется. Сроки и прочее, взял на себя личную ответственность за решение этой проблемы. Любому маркетологу, независимо от того, занимается он интернет-продвижением или работает в офлайне, нужно иметь стратегическое мышление и использовать в работе оба полушария мозга. Напомню, что левое полушарие у нас отвечает за логику, а правое – за творчество. Левое всегда поможет в решении типовых задач, ведь оно опирается на прошлый опыт и хорошо выстраивает связи между событиями и их участниками. А вот правое нужно для решения нестандартных задач. Чего-чего, а именно таких задач у нас в жизни предостаточно. А главное, развивая в себе творческие способности, вы позволяете мозгу не стареть. Что еще касается стратегического мышления, это понимание двух полушарий. Я думаю, вот коллеги это подтвердят, да, что есть как бы стереотипное мышление, есть творческий процесс, они друг с другом всегда в нас сосуществуют, но, к сожалению, вот этой части мы со временем, с годами все меньше и меньше внимания уделяем. В школе мы там хоть сочинение писали, а дальше как бы
уже вообще ничего практически не пишем. В институте еще там что-то с интернета понадергал, там составил. Вот. А на работе так совсем отчет аналитический максимум сдал, какой-то простейший. Вот. И творческий процесс, он, ну, то есть, он в балансе, да, важен. То есть потребили, сделайте, посмотрели передачу по телевидению, взяли, записали, что узнали, ментальную карту составили, стих написали, там, не знаю, ну, все что угодно. Просто эти нейронные связи, которые формируются, ответственные за как раз правое полушарие, они с определенным, то есть с возрастом их потом тяжело, ну, они вообще не восстанавливаются. То есть нельзя взять там в 60 лет сесть и начать писать стихи, как Маяковский. То есть таких примеров нету. Творческий процесс – это креативность, это не обязательно. То есть для меня, например, творческий процесс – это ментальную карту составить, это творческий процесс. То есть, хотя, например, написать документ, даже какую-то новую инструкцию составить – это тоже творческий процесс. Я все это отношу к творческому процессу, потому что это не рутина. Это не взять, зайти в Facebook, там, написать письмо, да, или там взять, ну, открыть какой-то отчет, там, нажать два раза, типа, умножить. Какие выводы можно сделать из всего этого? Первое, что цели ставим по смарт, да? Второе, формулируем стратегию. И третье, не забываем про стратегическое мышление, а креативность. Пока наши участники только учатся создавать и продвигать сайты, наши тренеры, агентство системного интернет-маркетинга АПЛЭП, делают это профессионально. Отправимся к ним на экскурсию и узнаем, почему они гордятся своей компанией и какие советы могут дать тем, кто задумывается над созданием собственного сайта. Агентство системного интернет-маркетинга АПЛЭП специализируется на поисковом продвижении с 2008 года. Занимает высокие позиции в SEO-рейтингах, основанных на опросе заказчиков услуг. АПЛЭП – это команда профессионалов в сфере интерактивных коммуникаций. Более 200 реализованных проектов, более 60 клиентов на постоянном обслуживании, высокие позиции в рейтингах, благодарность заказчиков и измеримая польза для бизнеса. Среди клиентов агентства – базовый элемент, русский стандарт, русал, World Class, Егермастер, Russia Discovery, Интер, Пилотаж, Оранжевый слон и другие. В АПЛЭП развивает клиентский сервис, собственную аналитическую и технологическую экспертизу. С 2012 года предоставляет маркетинговые услуги в социальных медиа SMM. Добро пожаловать в диджитал-агентство АПЛЭП. И сейчас мы проведем маленькую экскурсию. Пойдемте за мной. Здесь у нас большой зал. Это open space. Здесь у нас сидят специалисты разных, скажем, специальностей. Здесь у нас пиар-отдел и SMM-специалист Юля, помаши ручкой. Обратите внимание, в дальнем конце кабинета сидит наш диджитал-барон, это директор по производству Сергей Вакатов, помаши нам ручкой, и технический директор, просто Саша, мы его называем, просто Саша. Дальше у нас сидят специалисты по разработке, это программисты, верстальщики, проектировщики. Именно они делают наши замечательные сайты, которые потом приносят нам много денег и премии. Ближе к нам сидит отдел контекстной рекламы. К сожалению, у нас пока один специалист, остальные где-то, видимо, совещаются. Пойдемте дальше. Здесь у нас небольшая чилаут-зона, библиотека. Эту черепаху мы называем между собой особь. Кроме того, у нас есть такая замечательная стена с нашими бейджами. Мы их везем с разных конференций и собираем здесь. Здесь доска проектов. Написан менеджер и проекты, которые он ведет. Обратите внимание, вот здесь внизу SEO. Это означает, что SEO – это короли интернет-маркетинга. Собственно, наши SEO-специалисты сидят здесь, вот они так кучно на этом островке жизни, они занимаются поисковым продвижением сайтов, которые мы делаем, ну, либо еще сделаем. Справа сидят наши специалисты отдела контента, их мало, потому что в основном они работают удаленно. Настя, по машинам, здравствуйте. Здесь у нас находится конференц-зал, и по совместительству здесь у нас находится игровая зона, Xbox, PlayStation и много еще чего. Иногда мы здесь проводим время, отдыхаем почти как в Гугле. Обратите внимание, здесь находятся наши награды. Они все очень ценны для нас. Друзья, а теперь я приглашаю вас в нашу менеджерскую. Там у нас сидит элита. Это звездный десант агентства. Они общаются напрямую с клиентами. Отдел у нас очень четко разделен.
в этой части у нас сидят специалисты по разработке, это менеджеры проектов. В этой части у нас находятся аккаунт-менеджеры или менеджеры проектов по рекламе. И отдельно здесь у нас сидит элита элит. Это продавцы, которые напрямую приводят клиентов к нам в агентство. Ты можешь зайти. Да, обратите внимание, вот у нас здесь висят подсказки. Это все работа с возражениями. Мы постоянно смотрим на них, учимся и получаем новые знания. Здесь у нас также некоторые награды. Рейтинг Рунета – это первое место. Мы, как видите, очень крутые. Короче, смотри, здесь… мы занимаем лидирующие места в рейтингах. То есть у нас вот несколько сайтов в 2013 году заняли первые места в рейтинге Рунета как лучшие отраслевые решения. Мы также позиционируем себя как агентство поискового маркетинга. Это наш конек, так скажем. Мы в России занимаем лидирующие позиции по этому направлению. То есть у нас сейчас там 26 место. Первое – это четко сформулируйте задачу своего выхода в интернет. Второе – найдите хорошего подрядчика, который поможет вам это сделать. И третье – наслаждайтесь процессом. Первое занятие подошло к концу. Все получили домашнее задание написать не менее 4 смарт-целей для себя и своего бизнеса. Каковы впечатления участников? Что запомнилось, а что осталось совсем непонятным? И чего они ожидают от проекта? Очень понравилось. Хороший тренер, интересные люди, обсуждения, не только голая теория, много практики. Поэтому очень довольна. Очень понравились эмоции, наверное, через край. Во-первых, новые люди, новое знакомство и информация довольно-таки, я бы не сказала, что много, но так как она новая, такое ощущение, что мы слишком много сегодня узнали. Я считаю, что создание сайта – это очень творческая деятельность, очень креативная. Потому что если бы это была просто техническая деятельность, то мы просто наняли какого-то левого человека, который бы слепил там по лекалам, а нам нужно… Очень особый такой индивидуальный продукт. В социальные сети я хочу выйти. Прям надо мне это, понимаете? Прям я понимаю, что туда уходят все, и мы там тоже должны быть. Но в таком формате, в котором будет соответствовать каким-то моим внутренним принципам уж. Я все забыла про стратегический менеджмент, чему меня 5 лет учили. Мама дорогая. И хочется все перечитать, и прям тут вот, я давно ничему не училась, тут вот жажда знаний, конечно, это как синдром отличности. Чем больше задают, тем больше хочется. Понравилось. Смогут ли наши участники достичь поставленных целей? Разберутся ли в том, как продвигать свои услуги и товары в интернете? Начнут ли понимать сленг интернет-разработчиков? Узнаем в следующих сериях проекта. Смотрите нас каждую среду в 20:30.